Академический хор «Рапсодия» под руководством Натальи Новиковой стал обладателем гран-при международного онлайн-фестиваль-конкурса «Шоу Мир». Победителей определила высокое жюри в Останкино, город Москва. Номером «Дона нобис пацем» Моцарта. Ну, поставили себе цель за короткий период вспомнить наработанный материал. До пандемии тщательно готовились на всероссийский конкурс хоровых коллективов. Детки, конечно, молодцы. Хотелось огромное спасибо им сказать. Они никогда меня еще не подводили. Собрались, сплотились, занимались каждый день и смогли достойно записать видео на конкурс. Также и вокалисты Влада Куренева и Наталья Смолкина, они тоже воспитанники Натальи Новиковой, стали лауреатами первой степени. И юные артисты продолжают оттачивать свое мастерство.